Учитель начальных классов школы номер 17 города Спутников в числе лучших учителей России. Наталья Симушина получила премию президента страны. Поставляем только хорошее. Раз, два, три. Урок Натальи Симушиной – это интерактивный мастер-класс, в котором задействованы все ученики. Традиционный формат школьного урока ушел в прошлое. Учитель и ученики на одной волне. У меня есть эта методическая разработка по духовно-нравственному воспитанию, которую я ее реализую. Называется «Мир моей души». И еще одно из направлений – это интеллектуальное развитие младших школьников, программа работы с одаренными детьми. То, что она станет учителем, Наталья Георгиевна поняла еще в детстве. И вот уже 16 лет преподает. Мне очень нравится наш учитель Наталья Георгиевна. Она очень добрая, справедливая. Мы очень много от нее узнаем. Я люблю свою учительницу, потому что она добрая, всегда может повеселиться с нами. Она нас очень хорошо учит. Наш класс всегда занимает призовые места. Чаще всего это первые. Дима полюбил математику отчасти благодаря своей учительнице. Он любит решать сложные и логические задачи. Мне нравится математика. Там бывают такие задачи, что нужно там подумать, тяжелые они. Там логические задачи, они не такие, как обычные. Если что-нибудь не получается, то Наталья Георгиевна нам всегда поможет или объяснит. Обладателями премии президента России в стране стали 9 учителей. Очень здорово, что в нашей стране есть вот такая серьезная система грантовой поддержки лучших учителей России. И Наталья Георгиевна, она действительно достойна того, чтобы быть обладателем такого гранта, потому что она человек и педагог с большим горячим сердцем. У самого учителя свой взгляд на систему достижения хороших результатов в учебе. Не было бы у меня этого результата, если бы вот это не триединство ученик, учитель и родитель. У меня замечательный коллектив родителей, которые помогают мне в учебной, внеурочной деятельности, поддерживают нас. Поэтому я хочу сказать, что мои успехи, успехи моих детей, это в том числе и заслуга родителей. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков, Республика.